Школу АДС Варгал. Первым делом говорю сразу, школа будет, как и все стандартные школы, начинаться с первого класса. Первый класс мы считаем, когда вы не умеете ничего, то есть не подтягиваться, не отжиматься на брусьях, не качать пресс, вы являетесь таким аморфным веществом. Для того, чтобы начать заниматься воркаутом, вам надо сразу определиться, что вы хотите. Первое, вы хотите накачаться, и второе, вы хотите уметь очень много крутых силовых элементов. Если вы хотите накачаться, то вам нужно правильное питание. Вы должны заниматься часто уже не собственным весом, а с дополнительным весом, то есть жилетом или рюкзак, у кого сколько денег. Второй вариант, это выбрал я, выполнять крутые элементы, но при этом я не качался. То есть у меня не было такой цели накачаться. Первый путь более гуманный к вашему телу, так как вы делаете его только лучше. Во втором же случае вы его просто убиваете. Для того, чтобы выполнять крутые элементы, как многие хотят, сразу в первый год, вам надо для этого подтягиваться не меньше там, 30 раз, отжиматься на брусьях там, не меньше 45-50 раз, прокачивать.